День добрый. Я, пожалуй, его оставлю на всякий пожарный. Так. Так. Так, я плотненько сожрал все. Привет, Сквел. Добрый день. К твоим услугам. Ну, значит, надо это вот возвращаться, типа, назад, да? Добрый день.
кстати, странная тема. Вот эти вот самоцветы начали валиться у меня практически с самого начала игры. 4 выпало и все. Что это вообще? Откуда они? У меня есть подозрение, что можно вот и руны тоже собирать по 3. Найти будет еще 3 одинаковых. Нет, 3 одинаковых. Хрен останется. Ладно. Продолжим. Откуда? Да в портал пойду. Вот она, морозная тундра. Суки! Я бы даже сказал, черти!
Он же вроде манны колодит. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Ух ты, сколько у меня всякого, всякого ненужного. Так, пойду продавать. Что тебе нужно?
Куда он там, блядь, побежал-то? Че он там лупит, не пойму. Так.
Так, я дошел до портала, и это значит, что я возвращаюсь в город и на сегодня заканчиваю этот стрим. Продолжу я его, скорее всего, в субботу или воскресенье, ну, на этой неделе, в конце. Вот, и это, видимо, будет уже последний стрим, ну, если я не споткнусь на боссе, конечно. Вот, это будет, скорее всего, последний стрим по Diablo 2 Resurrected. А по поводу того, какую я буду играть следующую игру стримить, я еще пока не придумал. Не придумал, потому что... Нет, идеи, конечно, есть, но они какие-то слишком сумасшедшие. Надо будет еще раз подумать.